Ребят, всем привет. Смотрите, какой у нас снег идет. Вчера было солнышко, все растаяло, а сегодня опять снег. И девочки пришли со школы. Привет. Привет. Ты что расстегнутая? Жарко. Ты прям сейчас расстегнулась или на улице так ходила? Жарко. Ты с ума сошла, что ли? Жарко. Какой жарко, снег идет, холодно. Смотри, распахнутая вся. Чего ты хочешь, чтобы я тебя открыла? Я же тебе только что открыла. Ай. Каролина. Каролина. На. А, я думала, ты с Маргаритой? Нет. Я тут порядок навожу. Макс, ты мне помогать будешь? Помогать будет. Помогать. Помогать. Так, уйди с дивана, я диван поправляю. Макс. Макс. Что сегодня? Будет. Был или будет? Будет. Будет в обед? Я завтра буду делать энергетический. Который ты пропустила? Который ты пропустила? Ксюша вчера у нас в школу не ходила, пропустила. Мы ездили к зубному. Потом ездили паспорт продлевать наш. Меняли паспорт, фотографировались на паспорт. На швейцарский. Здесь Ксюша себе зубик лечила. У нее был кариес. Плюс у нее еще... Это Маргарита. Плюс у Ксюши еще там, где молочный зуб, прорывается сверху через десну другой зубик. Да, вот тут прям. А молочный еще не может никак упасть. Он уже шатается, но и этот все еще... он не вылезает, потому что очень мало места. Да, второй вот этот, который Ксюша у нас без зуба, ходит уже больше, чем полгода. Этот зуб у нее никак не вылезет. В общем, врач сказал, что у нее очень такой узенький канал, и зуб никак не может пролезть. Вот, поэтому зубы огромные у тебя, а туннели маленькие. Понятно? Вот, а этот зубик, он сказал, нужно шатать, чтобы он выпал, потому что может прорезаться через десну. Так что шатай и выдергивай его, чтобы у тебя ровненько рос зуб. А то будет потом так вот вылазить, как этот, из десны в сторону. Здравствуйте. Как дела? Не замерзла? Нет. Нет? Ты еще в кедах пошла сегодня, умная. Это да, уже учила эти, которые снимаются. Но у меня не промокли. Не промокли, но они же холодно же в них, наверное. Нет. Нет? Не холодно? Нет. Угу. Ну там еще не сугробы пока. Пока еще не сугробы. Так, ладно, давайте раздевайтесь. Дальше буду убирать. И будем обедать. Да? Обедать. Пойдем, давай решать. Давай решать. А ты чего майку с майкой одеваешь? Как дела в школе? Сейчас в тарелочке она всем насыпет. Давай решай. 12, сюда 2. 2 пишем, 1 запоминаем. 1 сюда. Точечку ставь, чтобы не забыла. Да. 3 6, плюс 3, 6. 6. Да, вот. Метров. Дальше 580. 0 плюс 0, 0. 8 плюс 0. А метр? Ну, метр напиши сначала. Метр. Потом нолик, чтобы места 0. Хватило. 8 плюс 8. 6. 1 куда? Сюда 1. Угу. 5 плюс 5. 1. Километр. И 160. Ты чуть помельче пиши, что ты так это не помещается. А у меня наоборот. У тебя проблема писать крупно? Нет. А. Ты пишешь мелко, больше. А она крупно. И у нее проблема с плюсом, у меня с минусом. Какие вы проблемные, я смотрю прям. Проблема на проблеме. Я плюс хожу, а она минус. Без ногу плюс. Минус нет. 0-0. Подальше пиши. И поуже. Не поместится. 3 плюс 3. 6. Дальше. 8 плюс 8. Так и пиши. 1. 1. И сюда 6. Да. Вот. Помельче 0. Вот нарисовала крупный такой жирный. Угу. Помельче пиши. 870, прям с краю. М сначала. Вот. М. 0.
4. Да. Другие дети наоборот не хотят и никогда не возьмут сами домашнее задание. Мы берем. Да, сейчас. По собственному желанию берем домашнее задание домой. На. Круто. Чуть-чуть протри ее, чтобы она чистенькая была. До завтра Маргарита будет у них, типа, урок труда будет. Они там будут готовить. Нет, проект. Ну да, ну у нас раньше труды назывались. Девочки готовили, шили. Я уже шила. Угу. Мам, нет, теперь готовить. Что за минуты считать? Ну, считай минуты. Мам, помнишь, я это с тобой тоже делала? Да, даже легко. Может, легкий пластилин нехороший? Да, наверное, у других они же покупают в России. Да, нет, они покупают вот эти коробки большие, видела? В общем, ребят, решили сделать слайм, баттер слайм. Почему-то он у нас загустел. Хотя основа была изначально жидкая, она прям растекалась такая, липкая была. И, в общем, добавили мы легкий пластилин. Он сначала был такой хороший, да, размазывался. Видите, сейчас вот он прям загустел хорошо так вот. Не размазывается. Он сначала размазывался по столу, так вот как масло, как положено, да? Угу. Вот, теперь вот он такой вот стал. Непонятно почему. То ли это из-за легкого пластилина такого. Нет. Специально сделали основу жидкой, чтобы, если вдруг загустеть немножко. И вот он загустел немножко, потом полежал и стал еще вот таким вот густым. Не знаю. Попробуем потом купить другой легкий пластилин. Может быть, все-таки из-за качества пластилина. Так. Дальше что мы еще сделали? Мы еще сделали снежный слайм. Какой он получился. Потому что получился он очень классный. Вот, смотрите, ребят. Да, мы его еще не покрасили. Смотрите, какой он получился. Он не липнет, он нормальный. Смотри, он не липнет даже. Просто изначально, когда ты его берешь, вот какой у нас получился Snow Slime. Как раз вот он, как паутинка, смотри. Посмотри, он как баттер. По-моему, он лучше, чем баттер, да, получился? Ну, смотри, да. Как он размазывается. Вот так вот должен баттер слайм размазываться, он у нас не размазывается. Три в одном. Изначально он размазывался так, а потом почему-то он загустел. Вот такой вот, как вы думаете, ребят, получился хорошо очень, у нас? Очень. Да. Кстати, купили клей. То же самое. Да, купили тот же самый клей. Принеси этот бочонок. Сделано в Британии, да. Купили мы вот такой клей. Вот смотрите, мы его уже покупали. Да. Вот он так вот называется. Купили мы его на eBay. Скола. Британский клей, eBay. Да. В общем, мы покупаем его уже не первый раз. Покупали до этого, он нам очень понравился, именно для слайма, он был не вонючий, вообще, вот, ну как, был немножко запах, да, но клей, как нормально, как вот клей ПВА, да, такой легкий запах клея. Но купили мы, приехал к нам еще один, да, новый бочонок, новая такая, 5-литровая канистра. И знаете что? И у него такой запах резкий. Нет, этот нет. Этот нет, мама. Этот по-другому пахнет. Нет, то же самое. Нет. То же самое пахнет. То же самое. Понюхай руки, понюхай клей. Точно так же пахнет. А до этого мы покупали, он не пах вообще. Окей. И теперь вот. Да. Не очень нравится мне, потому что у слайма такой же запах, как и у клея. Потом, я не знаю, если можно потом добавить ароматизатор, и он немножко собьется. В общем, мы попробуем. Так что вот так вот. Вот такой вот 5-литровый. И будут делать свои слаймы, да? Да? Они хотят стать профессиональными слаймерами. Купили мы снежок. Тоже купили на eBay. Да, это же на eBay или нет? Да, на eBay. Ну, китайский, видно, китайский, mm-hmm. Да, китайский. И тоже мне он не очень понравился, потому что снег получается не сухой, а мокрый. Я видела, есть такой снег, его прям берут, и он как вот песочек, да, рассыпается, а этот прям, знаете, похож чем-то вот, когда вот памперс сделали уже с памперса Snow Slime. Вот, такой вот он, желейный получается снег.
И с этого снега можно лепить. Да, он лепится, он прям такой вот липкий. Но, в принципе, слайм неплохой получился. Снежок не высыпается с этого слайма. Другую марку хотим попробовать купить. Еще какую-нибудь, чтобы попробовать. Это из Wish? Я, да, нет, это я... eBay. Или eBay, или Wish, я не помню, где я покупала. Но, в общем, суть в том, что он китайский. Ну да. Нужно найти другую марку и попробовать. Ну, в принципе, слайм ничего такой хороший получается. Да. Также мы покупали Борокс. Вот смотрите, кто спрашивает про Борокс. Ребят, это что-то... Борокс это похоже на то, что у вас тетраборат натрия, но это порошок. Это в порошке, видите? Это тетраборат натрия, просто его нужно разводить. Да, его нужно разводить с водой. Осторожно, где-то тут дырочка, по-моему. Вот она, дырка. Дырка. Вот уже высыпалась. Давай, убирай в пакет. Его нужно просто разводить с водой. И получается эффект, как от тетрабората натрия. Просто у нас, по-моему, его не продают. Даже я не знаю, как он будет называться. Потому что мы поискали в гугле. Да, мы искали, мы писали тетрабората натрия, и у нас все время вылетает Борокс. Да. Значит, это то же самое. Так что будем ждать теперь наши разные штучки для слаймов. Наверное, еще должны быть в феврале. В феврале придет. Эти фунчанки. Не знаю, придут эти для декора разные, там блесточки, глиттер всякие там. Что я еще за кадром заказывала? Ну, эти губки фунчанки. Да, губки, такие кусочки губок. Это они называются фунчанки. Да, такие вот. В общем, я уже не помню, что мы там заказывали. В общем, придет куча всего. Вот, и девочки будут делать свои слаймы. Если у нас получится, да, то мы откроем свой, вернее, девчонки откроют свой магазин слаймов. Но там, конечно же, скорее всего, не только будут слаймы продаваться. Много всего интересного. Вот, поэтому мы уже начинаем немножко, да. Потом нужно открыть Инстаграм, Инстаграм со слаймами. Нужно, у нас уже... папа наш работает с этим сайтом, страничку делает, интернет-страничку делает магазина. Только мы пока думаем, как же нам назвать наш магазин. Да, напишите, ребят, напишите в комментариях, если у вас есть какие-то идеи. Мы пока не назвали никак свой магазин. Мы думаем, у нас есть примерно какие-то там варианты. Но мы еще пока его никак не назвали. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, то пишите, мы посмотрим. Может быть, нам что-то понравится, и мы выберем вашу идею. Так, вот я хотела показать, какой мы купили легкий пластилин. Они, вот смотрите, он такой вот. Да, он жестковатый. Мне кажется, что... Из-за него. Да, из-за него слайм получается густой. Он какой-то, не знаю, я не пробовала качество другого, какой-то другой марки. Но я думаю, что именно вот из-за этого. Есть одна марка, ты видела, там в больших коробках такие большие куски. Да. Вот такой вот надо попробовать. Маленькие пакетики. Мы уже какие-то использовали. А у подружки ты делала слайм, у нее нормально с этим баттер слайм? Видите, он немножко... Я не знаю, какой он должен быть. Я ей сказала, если будет сильно... Если будет густой... Ну-ка. Ну, видите, он рвется. Угу. Нехорошее качество. Нет, мы больше не будем такое брать. Все понятно. В общем, это из-за легкого пластилина слайм получается такой... Решили проблему. Решили проблему, мы нашли. Здесь у нас есть блесточки. Остались. Такие вот блестки остались. Нет. Ой, да что такое, закончилось уже. Такие вот блестки тоже были. Краска акриловая. Но слаймы я для слаймов я купила пищевой краситель, а не акриловый. Потому что акриловый, он дает сильный запах. О, это же перламутровая. С перламутрового классно получается. Нет, нехорошее это. Не будем больше покупать. Ой, это тоже. А вот этот мягче, ребят, он очень мягкий. Вот с этого было бы классно получилось. Ну это черный. А все остальные, видимо, подсохшие уже. Нет, не все. Вот это очень прям мягкий. Смотрите, как он размазывается. Нет, зеленый. Черный, мам.
Нет, он не сильно мягкий. Но коричневый. Грубоватый. О, такой жесткий. В общем, все понятно теперь. Оказывается, в некоторых пакетиках легкий пластилин. Он уже засохший, а этот вот мы достали другого цвета. И он очень мягкий прям. Вот такого получится. Угу. Давай сделаем. Мы сделали именно с такого уже с подсохшего легкого пластилина. Давай попробуем соединить снежный слайм с... Ну, только половинку. Чуть-чуть, да, вот так вот. Попробуем просто, проэкспериментируем. Давай, смешивай. Все это произошло в прямом эфире и транслировалось во весь мир. Однако серфер был не из робкого десятка и дал достойный ответ хищнику. Знание и уже почти не контролировался. Нет, это не очень хорошая идея была. Нет. У меня вся рука. Смотрите, в снегу. Нет, до этого снег не выпадал. А сейчас стал выпадать, поэтому... Смотри, я не знаю, может, это смотри, из-за этого снега не только. Не выпадает. Да, а как добавили... Добавили. И сразу рука пачкается. Добавили. Да вот, смотрите, я поиграла с этим, и оно мою руку отчистило. Да, видишь, ничего нет. А с почти этим у меня он все в крупинках. Мам! Добавь блестки. Сейчас наэкспериментируем. Или перламутровый. Вы должны придумывать свой дизайн слаймов. Ой, какой красивый. Прикольно. Очень красивый. С блесточками. Ой, какой красивый. Это уже баттер слайм. Это уже все. Ты его с пастой размягчила? Вот это колгаты. Колгейт. Наш папа пошел с работы. Папа, и тренер кси. Олайга. И что? Давай поиграем. Все делают так. У тебя будто апельсиновый сок? Угу. То есть лимоновый, то есть. Ну, то есть. Апельсиновый. Ну, то есть апельсиновый. Лимон. Тут лимон, а сок. Это как Фанта. Да. Я люблю так делать, потом. Растягивать, потом щелкать. Нет. Нет? Так красиво делает розочку, потом у нее такие штуки. Ой! Ксюша! На ковер быстрее! Мусор сейчас насобираешь, ну, Ксюша! Теперь убери вот эти вот все. Ксюша, как всегда. Да, ну не туда же это все выкинь. Дай мне слайм. В него-то зачем с ковра? Уже собери нормально с ковра, Ксюша там еще осталось. Маслица. Не знаю. Все равно у него какой-то запах, да, странноватый. Я добавила туда апельсиновый этот ароматизатор. И, ну, есть, чувствуется апельсином, но еще и чуть-чуть клеем пахнет. Как совсем запах убрать от этого с клея, со слайма, запах клея? Вот так. Да, только ты трубочку серым обведи тоже. Да. Чтобы трубочку было видно. Мы вот этот брали, да? А... Или вот этот? А, вот этот, я... этот 75-й сделай лучше. На, поменяем все. Нет! Я хочу.
Hey! Дай мой слайм. Он приклеился тут. Почему-то. Я хочу... Это этот какой-то как мокрый. Да? Может его немножко загустить? Нет, он прям мокрый. Как снег. Все-таки... Когда-то... Все-таки надо другой снег купить, да, еще попробовать. Макни быстрее. Видишь, какой жидковатый, мне кажется. Я хочу побыстрее заснуть. Чтобы это. Так, этот слайм нельзя трогать, Макс. Каролина. Вы тоже спать давайте быстро. Нет! Да. Все, папа пришел спать. Тут там я на камеру. Как всегда, проблемы со сном. Проблемы идти спать. Когда они... Эй, не растягивай, что-то размазала по столу. Когда они уже будут в таком возрасте, чтобы не закатывали истерики? Когда надо идти спать? Нет. Нет? Все маркеры? Сделать. Все маркеры челлендж? Да. Давайте уже спать. Я почти закончила. О, Каролина тоже раскрашивает. Мне еще... А ты что машинку раскрашиваешь? Макс должен раскрашивать машинку. Ты у него забрала? Нет, он хотел. Макс! Мама, ты! Молодец, это Макс нарисовал. Давайте, пойдемте. Дорисовала? Макс, смотри, Ксюша. Ой, Маргарита. Что я имена-то путаю? Смотри, Маргарита, тебе машинку нарисовала. Подожди, на. У меня есть еще. Твоя есть. Машинка. Напиши Макси. Макси. Почему эти цвета, которые тебе нужны, они? Они закончились. Нужно их заправить спиртом. Как? Все, загрузились. Что? Палитроки? Что такое палитроки? Что здесь за палитроки? Пойдем. Почему я палка, она козочка? Макс, кто здесь кушал, не выкинул, девочки? Кто кушал? Ксюша. Почему? Так Маргарита или Ксюша? Ксюша. Маргарита или Ксюша? Ксюша. Я две ложки съела, она все в другую. На. Там внизу мусорка есть. Нет, там мусорка, там у вас она переполнена, завтра будет делать. Вам тут соседи стучатся. Всем пока. Спокойной ночи, все, ребятки. Всем пока. Нет. Пока-пока. Все, всем пока. Пока-пока.